Привет, ты попал в Chicken Gun Reading Wolf. Смотри, чтобы изучить основы Chicken Gun. Приятного просмотра. Что ж, начнем со спавна. Да, ты такой пока что еще, ну, этот джойстик. Вот здесь джойстик. Он нужен для того, чтобы ты мог ходить. Двигай экраном, чтобы глазеть. Это кнопка стрельбы. Но у тебя нет оружия. Да, ты дерешься лапами. А вот это дымовая граната. Это коктейль Молотова. Это бомба. А это прыжок. Это забрать предметы. Ну а это... А это перезарядка. Также это эмоции. Это предметы. Это чат. Да, здесь нет голосового чата. Ну и это режим камеры. Вот последний минус глазик типа. Ну а это стрельба. Здесь ты можешь выбирать оружие. Это настройки. Вот. Черт. Это настройки. Кнопка шестеренки, настройки. Это камера. Где кнопка камеры. А где три точки, а где три полоски, это список игроков. Что ж, давай попробуем. Смени камеру, чтобы был лучше вид. Нажмем на кнопку эмоции. Выбирай эмоции, которые хочешь. Ладно. Отключи эмоции, нажав на этот крестик. Молодец. Теперь попробуем пострелять. И покидаться гранатами. Это джетпак. Зеленая полоска – это твое здоровье. А синяя полоска – твой джетпак. Также это твоя броня. Она тоже отображается синим ниже самой это полоски здоровья. Давай попробуем кинуть коктейль Молотова. Гранаты. Дымовухи. Как же тебе повезло, то что здесь ты можешь забрать 4 штуки. А еще ты можешь летать, если у тебя есть джетпак. Давай попробуем пострелять. Заспавни мишень. Нет, совсем это не мишень. Ой, дурак. В общем, я ему еле как сказал, то, что нужно поставить именно этот манекен. Давай попробуем пострелять. Выбери любое оружие, которое хочешь. Может, попробуем мультиплеер? Что ж, ну тут по кнопкам и так все понятно. Можно нажать на кнопку «Другие режимы», и там будет... Какие режимы? Давай попробуем зайти на сервера. Приложение. Это реклама. Она очень дурацкая, которая не нужна. Это кнопка, чтобы ее убрать. Дождись крестика. Ничего не нажимать, только на крестик. Отлично. Здесь введи строку. Давай зайдем на сервер «Зайди». Что ж, ты зашел на этот сервер. Тут это уже не мультиплеер. Давай поговорим. Что ж, отлично. Мы им написали. Ждем ответа. Тут нету голосового чата. Что ж, это очень клево, то, что есть чат. Можешь посмотреть на это. Это доска. Нажми на нее. На вот эту кнопочку. Вот на кнопочку руки. Нажми на нее. Можешь ввести, что хочешь. Отлично, ты ввел, но не видишь. Что, давай тогда возьмем другую доску.
Что же такая фигня? Так, ладно. Можешь умереть с помощью коктейля Молотова. Ну я же тебе это просто сказал. Хорошо. Что ж, это была первая часть для нубов. Скажи пока подписчикам. Всем пока. Я нубяра. Что ж, если набираем под этим видео 20 лайков, я выпускаю вторую часть Чикенган для нубов. Всем удачи, всем спасибо, всем кур-кур!